Всем привет, ребятки, и вы снова на канале Black Rabbit. И мы опять зачищаем орды. Опять, ну, в смысле, у нас второй выпуск будет по зачистке орд. Так. Это тяжело на самом деле. Тяжело. На севере мы быстро вырубали орды. Даже это было как-то немного смешно. Здесь жутко тяжело. Вот тут орда была. Я не знаю. Я прям с трудом ее. А, мы сейчас тогда боеприпасы купим, потому что там мы оставили просто до задницы. Вот, надо думать, короче. Думать, как все это делать, потому что просто в лоб нам ее не перестрелять. Ну, можно, но это будет долго. Долго, нудно будет. Вот, надо что-то, короче, думать по этому поводу. Как поживаешь, дружочек мой? Дружочек. Как дела, Берги? Дружочек. Не пожалеешь? Дружочек, значит, да? Лады? Лады. Так, дружочек, нормально. Ну, как жизнь, Лукас? Заправь, дружочек. Так, лучшее высокооктановое топливо, одна порция. Так, все, октан, давай. Так, сейчас день. Может быть, нам сыграет день на руку? Потому что мы... Дик, до встречи, Дик. Давай, пока-пока. Подожди, я сейчас. Потому что нам ту орду было крайне сложно, короче, завалить. Ее было очень много. Я делал 2-3 захода. И это было тяжко, я вам скажу. Но если бы они были на полигоне где-то, где можно там что-нибудь расставить, там где бочки с бензином есть. А то последняя орда была в таком, в чистом поле, и все. Олей на дороге. Пару лет назад это была бы плохая идея. Да и сейчас... Люблю вас. О чем я и говорил. Ой, блядь. Ну это жесть на самом деле. А, все, они обратно, да? Не лезь под колеса! Да, блядь, опять. Очень много. Так, может, по кусочкам откалывать. А что так? Так, кстати, давай, что? Давай. Что у нас тут есть интересненько? Угомонись! Спать. Ничего, да? А, нет, там что-то есть. Найду тебе применение. Ну, бомба с датчиком приближения еще более-менее адекватная вещь. Хорошо. Он даже доживать не успел, он не понял, в чем дело. Так.
Там все. Да, сюда бы их подзатянуть было бы хорошо. Это мне нужно. Орду с ножа. О, тут что-то тоже, наверное, есть. Нет, Маклиот Ридж. Маклиот Ридж. Готово. Ага. Даже не помню. Так. Дальше. Надо было убрать полюбас. Так, тут ничего тоже. Так, ну это мы толпу-то убрали. А, все окей. Оби. Так. Все, крутяк. Теперь мы на эту сторону передвигаемся. Так, а нам куда получше? Наверное, сюда. О, тут я бы это пошарился бы. Так, говорили, если капот, багажник закрыт, то можно открыть капот. Ну, что-то тут... Нет, не так. О, тряпочка. Хорошо. Так, тут я забирал. Да, забирал. Так, сейчас мы тут прям. Вот сюда бы орду. Вот это взрывается хрень. Там вон этот бочонок еще. С бензином. О, тут прям. Дофига всего. Хорош, хорош, хорош. Оп, что-то тут еще есть у нас. Так, мы тогда вот так вот с этой стороны посмотрим. Оп, порох. Так, бензорчик. Это что, патроны? О.
что тут есть. Так, ну крутямба, так, тут мы все собрали. Ой. А, нам туда вниз получается. Давайте. А, нет, не давайте. У меня на пулемете. Ну хотя, ну, блин, я не буду, да. Это типа они могут быть здесь, внутри. Прям так смело. Не, ну тут нету никого. Все понятно. Значит, идем дальше. Действия наши будут дальше. Что-то я прям поверил в себя на полном ходу сюда. Так, выше нас они получаются, да? Блять. Серьезно. Как нам попасть? А вот заезд какой-то есть. Да в крови, я тут ни разу не был. Прям все кровь, кровь. Пещера. Так, только не выходите сразу, подождите. Блять, и манок у меня нету, манка. Хрена.
Их все равно до хрена. А что все вот эти? Глядит. Не особо на них действует вся хера, херагура. Так, давай тогда на этот, на мост. Мосту получше. А я не понял, те что, вернулись что ли? Ну, сейчас мы их тогда еще выманим. Так, где наш лесопед? Уток стрелять. Раньше ревью готово. Отличненько. А что у нас тут доступно? Улучшенный магазин для IDF PUP. Ты чё, ебать? Говно мелкое. Так, следующее у нас. А уже ночь, да, у нас наступает. А, кстати. Черт. Ну да, типа того. Куда я тут сбегал вниз? Или куда я тут сбегал? Так, кстати, по поводу. Можно заправиться и просто... Да, вон ранчо. Я видел там всякие эти... То, что надо. Плюшки, это хорошо. Порядок. Сейчас мы тут посмотрим, вот это ранчо отнесем, занесем, вынесем. Оп, что-то есть. Так, кстати, что у меня с битой? Так, а вот, блядь, манок. Тут что, банка нужна, я понял. А тут нам тоже банка нужна. Так, тут пока, ну, а, этот, а, все, починили мы. Так. Тут где-то я сбоку пробегал и увидел на столе, вот. Это видел и вот тут лом по делом. Ебать, да здравствуют разработчики, парящая это ботва какая-то. О, бутыли-то хорошо. Бутылей мало что-то. Так. И... Всё, да? Ну, тот сарай там, мне кажется, ничего нет. Всё, помчим сейчас. На следующую арду. Сэм, Джон, ты слышишь? О, Брайан. Что надо? Почему ты на этом канале? Мы пытались связаться с тобой по нашему каналу.
Ну, ту рацию я просрал, когда все понеслось. Она спаслась? Твоя жена? Ага. Без твоей помощи. Я рад. Я должен тебе кое-что сказать. Ну так говори. С глазу на глаз. Опять. Обойдешься. Это важно. Черт. В Северных Каскадах есть старое кладбище, Пайня. Я его знаю. А, там пищи. Так, о чем была речь? Встретимся там, пожалуйста. Ну ладно, давай. Встретимся. Так, ну тут по-любому надо напалм замастырить. Так, а чё если их отвлечь? Во. Ой, блядь. А, да я почти все орду. Кому, блин. Изи-бизи. Соломон Хилл повержен. Вообще четенько. Так, гранатки прям вообще зарешали. Мне прям понравилось. Прям вообще кайф. И всего даже одна обойма ушла на этот, на чуваков. А, поехали к этому. Ебать. А что, можно быстрый переход? Круто, давайте. Мне интересно, что это вдруг там Сэндж, этот О'Брайен. Что тут 200 метров? Ну поехали. А, это на кладбище, да? Мы тут в начале игры были. Начинали мы сюда. Так, ну что тебе нужно, Абрай? Не ожидал я тебя снова увидеть. Что на этот раз? Веришь или нет, я рад тебя видеть. В прошлый раз все прошло негладко. Чего тебе надо, О'Брайен? Хочу предупредить. Интересно, о чем же? Помнишь, я говорил, что зараженные мутируют. Да, да, фрики, они и есть фрики. Дальше что? Штамм вируса, его влияние на нервную и лимфатическую систему человека растет по экспоненте. Они про это знали, конечно. Вышестоящий. И были осторожны. Все скрывали. Они идут. Прости меня. Ты не сможешь остановить их. Никто уже не сможет.
Охренеть. Я так и сказал. У меня аж мурашки вообще. Я думал, что все, игру мы прошли. И чисто сейчас там орды позачищать, там прикольные моментики туда-сюда. Но блин. Могила Майкла. Потом девчонка Лиза вернулась. Сейчас с Брайаном движуха. Вроде игра кончилась, но не кончилась, да не кончилась. Неизвестное оружие Нейра. Что за самоты? О, кстати, Нейра, вот это тоже ничего так прикольненько. Встреча с Нейром. Кайф. Прикольненько. Это радио «Свободный Орегон». Ой, все, правда, ты меня устал. Я выключу. У меня хорошее настроение, Коуп. Не надо мне его портить. Вот и я того же мнения. Все. Перемещаемся. Так. Так, бензин у нас кончается, но по идее вот тут должно что-то быть. А, вот нашел, все. Ой, бутылочка. А, кстати, я ж одну использовал. Чик. Давай, давай, бери, смелее, не бойся. Вот, по доброй традиции. Да. Заправляй по доброй традиции. То, что надо. Да. Я не ожидал, что у Брайан, он наполовину зомбяк. Это, конечно, для меня шок, нонсенс. Так, а мы тут вычищали же, да, вроде? Или нет? Нет. Да, нет, мы ж тут вроде... А тут что, обновилось, что ли? Или я что-то не понял? Че, когда с локации на локацию переходишь, обновляются эти ресурсы? Так я сейчас буду прыгать туда-обратно, чтобы насобирать. Нет, ничего нет. Так. Бомба с детонационным подрывом. Подушка безопасности, все нужно. Так, и помчали сюда. Так, а тут ничего нету. Оп, нету. Так, вот эти ущелья. Бля. Я, конечно, не люблю. Страшно, типа, ездить. Надеюсь, Миша на него нападет. Давайте вы там свои проблемы уже порешайте.
сюда, что ли? Миша, 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 Миша. Миша, помоги. Бля. А, вон, Миша вообще пизды дали. Короче, Мишу там они быстро заковыряли. А я и не знал, я не думал, что там орда будет. Мишу просто на лопатки положили. В палатку, да, не уединиться, сука, решили. Могу в окно. Раз, два, три. Горит и суки. А чё, всё что ли? А, вон он. Узкий проход — это хорошо. Капец, я их тут наморосил. Да уж. Где-то еще кусочек орды остался. Не, ну в узком проходе с пулеметом их держать просто одно удовольствие. Прям, блядь, прям вообще кайф. О. Так, сейчас мы дом зачистим. Где-то еще чуть-чуть их осталось. Никакой пещерки рядом нету. Но они, скорее всего, где-то в доме укрылись. Может быть, в следующем. В следующей палатке. А, да. А да, со стоянки Бивер Марш готова. Крутяк. Так, а тут я бутыль видел. Вот.
Бут-бутыль. Так, а там он, я не помню, бензин я вроде заправлялся, вроде пивок у нас должно быть. Но тут я, конечно, их положил просто, мама, не горю. Да, 95, ладно, дольем вот уже раз принесли. Так. И что, куда мы, куда? Погнали. Вот таких чуваков, как Дикон. Я не знаю. Человек 100. И все, эту локу можно считать зачищенной. Прям... И зачищено, и убрано, и вообще прям все идеалити будет. Так, вот это 130 меня интересует, которая. Какой-то кратер. Это типа стоянка их была, или это... Бля... Так, а нам бы как-нибудь... На узенького их размотать. Это очень слишком широко. Сейчас мы им петелечку. Неплохо по головам прошлись. Все, надо туда, короче, идти и как-то... Надо их будет как-то выманить. И кинуть им этот. Ну-ка, а получится? Да. А, нет, мало. Ну тогда еще светошумовую. Побежали. Ну, тоже нормально. Так, у нас тут что-то лежит. Оп.
Ну все, он как-то далековато. Надо было их ближе подпустить на этот напалм. Тут. Задушили мы. Хорош. Это было. Так, ну, погнали дальше. На нахер. Стоишь тут. Так, а у нас ближайшая 80. Давайте вниз. Прокатимся, посмотрим. Да нет, нету их тут. Все, теперь следующее. Такая 200, да, вот это. Ой. А тут есть что-нибудь? О, дофига тут чего есть. Это мне надо. Я аж разволновался. Так, что тут у нас? Ничего. А. Так, а банка мне для чего нужна была? Стоп. А, нет. А, порох нужен, да? Банок с бомбой. Я тогда пороха подожду. Чем просто манок. Так, а там пещерка, скорее всего, это скорее всего здесь. Так, а мы тут. А, и гранат у нас нет, да? А кто там, блядь, сзади кряхтит? Вот, они вышли. Недостаточно, значит. Одну треть я ему добавляю. Но это слишком широко. Ребята, это слишком широко. Так, а манкал? Ничего нету. А я такой, да не, манок, зачем? Так, на эту залезть нельзя, да? Yeah.
Почти. Так, на мотоцикле двигаться. Где у нас мотоцикл? Это вот тут. Не слишком широко, так не нравится. Stage Brush Point готово. О, что-то доступно. МГ-55. О, а у меня же МГ-55, да? Ой, чувак, ты чё? Не из местных, что ли? А ты чё, падал в полете мне этот еще вертухай отдал? Да. Так, нам, короче, надо тариться, однозначно. Все, теперь это наш лагерь, кайф, просто кайф, 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 кайф. Так, а они куда тут? Как больные с Альцгеймером. Только... А тут улучшение Черт. Берется. Полковник был тот еще жук, да? Вот уж по кому скучать не буду. Так ты теперь сам по себе? Не скучаешь по армейской жизни? Еще чего. Ненавидел всю эту лабуду ополченскую. Не, трехразовая жрачка и постель — это хорошо. Но теперь я оставляю себе часть деньжат от продаж. Еще бы. Ты уж не обдирай их совсем. Кто, я? Да я воплощение честной торговли, дружище. Живое воплощение. Так. А, вот, теперь вот, вот сравниваю с РПД. Теперь у нас магазин больше, чем у РПД. Вот, РПД у нас только по дальности, короче. Круче, так что... А, кстати, а тогда... на что у нас было еще? Тебе что, заняться больше нечем? Вот. А мне есть чем, между прочим. А, сюда же, да, нам добавляли этот... тоже этот магазин поширше. Но все равно он хуже. Чувак, ну что-то же найдется. Эй, чувак, ну давай, ты че? Давай, Дик, береги себя. Давай, давай. Эй, Дик, рад видеть. Эй, привет. Ладно. Понял. Вот так. Так. Так, сохранимся. Есть. Так, на этом мы закончим, что у нас на третью серию осталось орд. Вот. Побольше. Чтобы у нас выпуск пожирнее был. Ребята, всем спасибо. Ставьте обязательно лайк, пишите комментарии. С вами был Black Rabbit. Пока-пока.